Ну що ж, а ми з вами налаштовуємося на спортивну таку хвилю в нашому прямому ефірі, тому що прямо зараз з нашими гостями будемо говорити про спорт. Я вам представлю, що вже до нас завітав Євген Юпік, президент Федерації ударного спорту Миколаєві, та Євген Степанюк, президент спортивного клубу Mix Fight Promotion. Я вже поспішаю до вас, доброго ранку. Дякую, що знайшли час, що завітали до нас в студії. Отож, 20 серпня в Миколаєві відбудеться фестиваль спорту. Я прийду на російську, якщо дозволите, да? Участие в котором смогут принять все желающие. Что это будет за фестиваль спорта? Рассказывайте, что ждать, каких интересностей ждать нам, николаевцам. Значит, смотрите, 20 августа пройдет первый фестиваль такого рода, потому что мы знаем, что у нас Николаев уже полон событиями, проходили и дни всякого здоровья, то есть с бесплатными тренировками. То есть мы немножко решили разнообразить это событие, назвали это фестивалем. Почему? Почему? Потому что в этот день будут полностью проходить турниры по разным видам спорта, такие как армрестлинг, такие как становая тяга, жим-лежа, ну и, конечно же, сила удара. Также ребята в течение дня смогут посмотреть разные развлекательные программы, в том числе танцы, брейк-данс, бесплатно позаниматься TRX, бесплатные тренировки, также фитнес бесплатный. Все это можно будет полностью посмотреть 20 августа. Естественно, также 20 августа мы посмотрим с вами красивые бои ММА, показательные бои, которые также будут проходить полностью на нашей улице Соборная. Так, теперь давайте разбираться всем потихонечку. Это те сюрпризы, наверное, о которых говорилось в анонсе, правильно? Еще я знаю, что будет дегустация какая-то интересная. Что будут дегустировать? Дегустировать будут непосредственно спортивное питание. Любой желающий может, как говорится, не на слуху, а воочию и на пробу провести дегустацию спортивного питания. Очень многие люди сейчас задают вопрос, как быстро похудеть или как быстро, наоборот, набрать мышечную массу, как говорится. Все это спортивное питание будет представлено у нас на нашем мероприятии. Очень интересно. Да. Скажите, а вообще откуда такая идея появилась? Провести такой фестиваль, не маленький, потому что событий много, сюрпризов много. Как вы объединились и как создали такой фестиваль? Вы знаете, совсем недавно, опять же, наши близкие друзья и, будем так говорить, партнеры, фитнес-комплекс Gym Style проводил в Ушуае День спорта. Да, мы решили, что День спорта, который проходил на берегу нашей реки, мы перенесем в центр города. На пересечении, будем говорить, улицы Соборной и Потемкинская. Вот так вот мы совместно, как говорится, поэтапно. Сначала они, теперь мы. И 10 сентября мы будем еще один проводить фестиваль спорта, в котором будет уже не только уклон на силовые виды спорта, а непосредственно на все виды спорта, которые присущи в нашем городе. Есть ли какие-то условия вот на этом фестивале? Я знаю, что было прописано одно. Наличие спортивной одежды и формы. То есть желающие должны приходить в спортивной одежде, да? Вот. Да, или можно приходить в чем угодно? Нет, вы знаете, для вашего комфорта, для вашего удобства обязательно надо приходить в кроссовочках, в шортиках, в футболочке и взять с собой полотенце после физических упражнений, как говорится, вытереться, чтобы не заболеть. Будет жарко, правильно? Вот считаю, что соревнования по силе удара, жиму, лежа, то есть это каждый может попробовать свою силу удара. Абсолютно. То есть я могу прийти там, и что-то, вы можете вот прийти. Расскажите об этом. Да, смотрите, у нас в конце мая был первый турнир Южного региона по силе удара. То есть участников этот турнир заинтересовал. Также в Николаеве было поставлено два новых рекорда Украины в классическом стиле удара рукой и в стиле удара ногой. Сейчас мы проводим повторные соревнования, повторный турнир вот по силе удара. Естественно, что каждый желающий, который не успел поучаствовать, потому что у нас тогда выпал день турнира на День Европы. Это может быть также ребята не только с Николаева, это ребята могут из Херсона приехать, из Одессы, это могут быть ребята из разных сел приехать, также попробовать свою силу удара. Вот человек шел по нашей главной улице, смотрит грандиозное мероприятие, он также решил измерить свою силу удара в абсолютной величине и также может измерить свою силу удара. В конечном итоге это будет немножко другое направление, немножко не такой чемпионат, который проходил ранее. Почему? Потому что, поскольку фестиваль спорта проходит с самого утра и до вечера, мы знаем, с 10 утра и до 20.00, поэтому с 10.00 до 17.00 будет, скажем так, отборочный этап того, как это все будет происходить. То есть ребята будут полностью измерять свою силу удара, результаты будут заноситься в протокол. С 17.00 пятерка лучших в каждой весовой категории, в каждом стиле удара будет прозваниваться. Ребята будут приходить на 18.00 на финальную часть данного турнира. В 18.00 будет проходить финалы до 20.00, в котором потом также будут присутствовать награждения, разные призы.
том числе и денежные тоже, что немаловажно. Да, будут призы, это очень интересно. То есть комиссия будет, которая, вот, наверное, наверняка вы будете в ней, я так понимаю. Да, да? Обязательно, конечно. То есть участвовать для того, чтобы все оценить. А уже были, может, какие-то заявки других участников из других городов? Вы знаете, на сегодняшний момент действительно уже подача заявок происходит, получается, и люди откликнулись с Новой Каховки, с Херсона, с Одессы, Вознесенска и Южноукраинска. Мы ждем еще заявок непосредственно с города Первомайск. Тут рядом ехать, в принципе, и что самое характерное, опять же, многие люди удивлены, что безвозмездно будут еще раздаваться финансовые призы. То есть это много заинтересовало и заинтриговало людей. И помимо этого мы же в каждой дисциплине будем, опять же, финансировать полностью призовые места. И в армрестлинге, и в тяге, и в жиме от груди. А бои ММА, они в клетке будут, да? Да, вот да. Давайте еще немножко на этом остановимся. Вот тоже очень интересно, кто участники, сколько этих боев будет? У нас будет 10 боев. 10, представители будут, да, представители будут города Херсона и Одессы. Мы будем делать, как мы когда-то проводили тоже на улице Соборной, кубок юга региона, получается, по ММА. Очень интересно, ребята, спасибо вам. Вообще, вот что вы ожидаете от этого фестиваля? Вот всегда, вот, когда что-то придумываешь, что-то задумываешь, ставишь какую-то цель перед собой. Какова цель номер один вот нашего фестиваля, который мы посмотрим? Я вам скажу, основная цель нашего фестиваля – это привлечение молодежи к здоровому образу жизни. И, как говорится, погасить криминогенный процент в нашем регионе. Потому что те люди, которые занимаются спортом, они занимают свое свободное время чем? Приходом в зал. Да. Да. Поэтому я всех, и Евгений, предлагаем прийти посмотреть, выбрать ту или иную дисциплину для себя и совершенствовать себя не только снаружи, но и изнутри. Ребят, завтра Международный день молодежи. Я не могу вас не спросить, как у нас вообще спортом у молодежи. Вот вы привлекаете, вы молодцы, вы этим занимаетесь, но все-таки. Вы знаете, сегодня спорт – это тренд. Это хорошо. Да, это хорошо, и каждый более-менее себя уважающий человек старается быть красивым, старается усовершенствовать себя. Говорится. И вы заметите, насколько сейчас популярный стал велоспорт. Каждая семья покупает себе, ребенку и близкому человеку велосипед, и все ездят. Это точно. Да, сейчас велоспорт очень сильно развитый, и я бы хотел бы порекомендовать нашей действующей власти, чтобы они наконец-то сделали велодорожки, как в других высокоразвитых странах, ну и в нашем том числе. Я присоединяюсь. Давайте порекомендуем сделать нам велодорожки. Ребята, еще раз напомните, когда будет фестиваль, дата, время, пожалуйста. Фестиваль будет 20 августа с 10:00 до 20:00. Приходите. Каждый желающий может прийти, поучаствовать в разных видах спорта, а также просто бесплатно позаниматься, просто разнообразить свой выходной, посмотреть на танцы, посмотреть на фестиваль в целом. Ребята, приходите, а какая у вас сила удара? Вот мне что-то так интересно это. Вот. И знаете уже свою силу? Мы пробовали, получается, у меня ногой удар был 1100. Тысяча с чем-то, да, Евгений участвовал в прошлом чемпионате по силе удара, принимал участие, поэтому у него очень хороший показатель получился в стиле удара ногой. Интересно, надо точно прийти и измерить свою силу удара. Спасибо вам. Я нагадаю, что у нас в гостях был Евген Юпик та Євген Степанюк, президент Федерації ударного спорту в місті Миколаєві та президент спортивного клубу MaxFly Promotion. Хорошого вам продовження дня, хорошого фестиваля. Приходите с новыми идеями к нам. Мы всегда рады.